Возможности для туристической индустрии, фестиваль болельщиков, организация общественного питания, торговля сувенирами и еще множество вещей обсуждают сегодня и завтра на бизнес-форуме по подготовке чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Особое внимание транспортной доступности и функционированию так называемой «последней мили» – территории, прилегающей к стадиону и фан-зоне у Кремля. В это пространство попадает немало домов, и для тех, кто в них живет на время первенства, настанет пора пропусков и аккредитации. Организаторы обещают максимально облегчить жизнь тем, кто попадет в эпицентр праздника футбола. Вся информация будет на сайте чемпионата, а все спорные вопросы можно будет решить заранее в координационных центрах. Располагаться они в Канавинском районе будут Фоки-Мещерский и в торговом центре «Аврора». Такие же зона последней мили будет введена в отношении фан-зоны, которые будут находиться на площади Минина. И здесь аккредитационные центры начнут работать с 15, если не ошибаюсь, апреля в торговом центре «Небо» и в администрации Нижегородского района.